Да-д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 а
Всем привет, ребята, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. Ну что ж, давайте поиграем. Так, взял я Феникса. Сейчас попробуем нафармить монетки, а может быть даже кристаллы, а мне кристаллы очень нужны. Ах ты гад, смотри, что творит. Смотри, что он делает. Так, можешь подлечиться мне как раз. Хорошо, и немножко еще осталось, и вот сейчас добиваем. А, готово. Что у нас там? Сундучок. Опа, скоро-скоро мы сундучок откроем, наконец-то-таки. Меняем окраску. Поехали. Опять такой же самый, смотри. Нифига. Против меня такой же самый танк вышел. Ну, и мы его сейчас быстренько поражаем. А знаешь, какой прикол? Сейчас тебе покажу. Короче, отлетаешь подальше сюда. К нему в логово, да, так сказать. Встаешь здесь. И начинаешь его прожаривать. Ах, он меня тоже дамажит, смотри. Блин. Кто кого? Кто быстрее? Быстрее, еще немножко. И есть. Нифига себе. Блин, не проходит такая фишка. Он меня тоже дамажил. Монетки, блин, мне кристаллы нужны, ребята. Реально мне нужны кристаллы. Ах, еще один сундук, нифига как круто. Считай, два сундука мы можем так выбивать. Да, кстати, я купил кристаллы. Немножко. 39 кристаллов. Как бы не сильно много, конечно, ну ладно. Эх, будем копить потихонечку кристальчики, чтобы открыть новый танк Конг. По-другому пока, я не знаю, навряд ли получится. Давай, сейчас мы вот добьем. И получаем, о, да, 5 кристаллов. Вот сейчас как раз я, ребята, кристаллы и заработаю. Это здорово. Ну, 5 кристаллов, конечно, не слишком много. Но все равно. Так, а ну-ка, аккуратно. Блин, титан, сильный танк. Опа, минку отложил, да? Оп. Блин, я подзорвался над этой миной. Так. О, да-да-да-да, смотри, доходит огонь. До него не знаю как, но доходит. Сейчас мы его... О, хлоп с ним. 5 кристальчиков. Мне нужны эти 5 кристальчиков. Огромный комплект самоцветов за 1000 рублей. Нет, спасибо. Спасибо, я как-нибудь сам попробую эти самоцветы добыть. Текс, продолжаем. Это у меня последний танк, кстати, и у меня будет... Блин, вот такой еще мощный танк ко мне подставили. А ну-ка, давай. Иди сюда, дружок. Хорошо, он ракеты выпулил. Не на меня. И сейчас мы его поджарим. Хорошенечко. Есть. Да, давайте 5 кристальчиков. Вот, у нас 395 кристаллов. Конечно, не так много. Ну, еще и сундучок будет открываться. Ах, тут только просто монетки были, да? А, давай 2 на 2. Опять-таки мы играем за Феникса. Босс танк, нифига себе. Блин, у меня слабый друг. Дружище.
Очень ты слабенький, слушай. Ладно, попробуем все-таки выиграть. Ах ты, ё-моё, аккуратно. Подлечиться надо. Так, они тоже, кстати, подлечиваются. Ах ты, гад. Лечил этот, сам подлечивал, взял. Ну ладно. Ну все, ты один остался, в принципе, мы тебя сейчас уничтожим, друг. Есть. 50 монет. Ну тоже, в принципе, монеты тоже мне нужны. Поэтому продолжаем битву. Ого, противники. Блин, да почему мне всегда такие напарники слабенькие? Вот почему? Опа, тихо. Так, давай мне этого мамонта надо уничтожить. Блин, еще ты. Ох ты, защиту включил. Ну, я защиту твою быстро пробью сейчас. Так, ой, дружбан мой. Умер. Так, ну у меня еще один танк остался добить. Сейчас мы его... А, да, мы победим сейчас. Есть, победа. Нет, хорошо. Скоро-скоро 50 монеток будут наши. Давай еще раз попробуем. Ё-моё, блин, стрелялка, ой. Оса. Ну давай, поехали со мной. Он, в принципе, медленный. Ой-о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 й
Попробуем здесь их уничтожать. Есть, один танк уничтожен, и еще один последний остался тоже. А тут еще дружбан, мы, наверное, еще до сих пор идет. Очень он медленный. 50 монет мы заработали. И сундучок наш. Открываем, смотрим, что там. Кристаллики. Не. Нету кристалла, к сожалению. Давай приключения в этом месте, в пустыне. Попробуем, посмотрим. Далеко ли я здесь пройду? До звездочки. Так, стоим. Сейчас должен вертолет появиться, мне кажется. А, нет, нет, нет. Вот здесь дурачки стоят. Сейчас мы их быстренько уничтожим. Так, ой-ой-ой-ой, наехал прямо на тебя. На, держи, держи, держи огонек. Блин, есть. И вертолетчика сейчас. Ох ты, вертолетчик. Кстати, у нас. Они эти самые поменяли. Анимацию поменяли. Так, ну, достаточно такие слабенький был вертолет. Мы его быстро уничтожили. Ой, какой танк, смотри. На, получай. Так, может быть, в принципе, я и заработаю сегодня эту звезду. Ну, блин, это не точно. Потому что что-то очень-очень такое месиво. Мощное. Главное вертолетчиков уничтожить. Ох ты, танк еще один. Блин, дайте мне разобраться с вертолетчиками сначала, алло. Тихо, не надо мне ваши пирожки. Давай-давай, еще немножко, есть. Так, два танка осталось. О, еще два танка, да ну нафиг. Скоро подъезжаем мы к этой звезде. Но здоровья у меня уже очень мало. Блин. Еще и вертолетчик летает. На тебе вертолетчик, понючка. Есть. Вот и босс. Армада. Так, ну давай. Подъезжай сюда. Блин. Я должен тебя уничтожить. Мне нужна звезда. Есть. Сколько мы заработали вообще? 63 монетки? Это вообще, ребята, ни о чем. Эх, давай тогда один на один. Возьмем другой танк. Возьмем титана. Сейчас поедем на титанчике. Давно я на титане не ездил, кстати. А что-то я это врага не посмотрел, как он выглядит. Есть попадание. А, вон ты какая. Вон какой ты друг, а, мой.
Сейчас мы тебя быстро уничтожим, наверное. Да, победа. О, 5 кристаллов. Мне нужны эти кристаллы. Меняем танк. Слушай, знаешь, какой возьму? Вот он, проверенный. Феникс мой. Я знаю, что я на Фениксе. Очень большая вероятность, что я выиграю. Поэтому берем Феникса. Ради кристаллов-то. Ребята. О, нет, 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 нет. Половина здоровья. Так, быстро подлечимся сейчас. И... Эрскьютек. Мы тебя сейчас скоро уничтожим. На, получай. Готово. Блин, надо еще раз поиграть. Ладно, давай еще раз сейчас сыграем. Чтобы уже кристаллы получить. Да, но Конга еще здесь мне не появлялся ни разу, Конг, в противниках. Так, да какой ты резкий, алло. О, я сейчас здесь встану. И его буду... Ой-ой-ой, нет, ракетки. Подлечимся обязательно. На, давай уничтожься быстрее, мне нужны кристаллы, вонючка. И давай, иди сюда. Все, готов, ребята. Да ё-моё, еще надо играть, ребята, чтобы выиграть. Но мы уже заработали с вами сундучок. Ну и здесь кристалла, как всегда, нет. Ну что же, мы заканчиваем серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Передавайте приветы. Всем пока-пока.